Парк живой природы Додо – яркая жемчужина Черноморского побережья, открывающая дверь в волшебный мир фауны. С приходом теплой погоды, кажется, каждый обитатель зарядился весенним настроением. В это время у многих пернатых начинается период гнездования. Семья африканских страусов – не исключение. А эта семейная пара – северные нанду – получила здесь прописку совсем недавно. Кроме того, в парке обитают верблюды, кенгуру, лемуры, говорящие попугаи, сурикаты, обезьяны и многие другие. Вот они, стоит только протянуть руку. Для маленьких посетителей в зоопарке раздолье. Детские площадки никогда не пустуют. У всех желающих есть возможность получить уроки верховой езды. Здесь такое раздолье. Здесь очень много животных, за которыми можно наблюдать часами. Они все настолько красивые, замечательные и очень интересные. В парке живой природы Додо часто проходят праздники для всей семьи. Например, Всемирный день защиты животных. В этом году зоопарк также будет отмечать десятилетие со дня основания. И совсем скоро состоится еще одно интересное мероприятие. Приглашаем всех в парк живой природы Додо на Всемирный день птиц, который состоится 1 апреля. В 12 часов. Добро пожаловать! В этот день посетителей зоопарка ждет лотерея, шоу-программа с конкурсами и призами. Кроме того, все желающие могут привезти кормушку для птиц и также получить подарок. Урок доброты и любви к ближнему. Так можно назвать посещение этого волшебного уголка природы. Зоопарк Додо работает круглый год ежедневно с 9 утра и до захода солнца по адресу: Станица Натухаевская, улица Курганная, 103.